В начале выпуска ЧП в Пестовском районе. Около деревни Тимофеева спасатели сейчас устраняют последствия протечки дизельного топлива. Она стала следствием незаконной врезки к основному нефтепроводу. По уточненной информации от ООО «Транснефть Балтика» произошел разлив 9,5 кубометров топлива на площади 650 квадратных метров. До ближайшего водного объекта от места протечки около километра. Маслянистых пятен на реке Малога не зафиксировано. Незаконную врезку специалисты «Транснефти» обнаружили еще в пятницу. Транспортировка нефтепродуктов была тут же прекращена. Накануне специалисты компании уже приступили к ликвидации последствий разлива дизеля. И уже к сегодняшнему утру ликвидировали треть разлитых нефтепродуктов. Завтра специалисты планируют полностью собрать солярку и вывести пострадавший грунт. На месте работает опергруппа Главного управления МЧС и Следственное управление России по Новгородской области.